Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать и рассказать, как же скрыть ваши данные на Android устройстве. Что имеется в виду? Есть такая функция, как она называется второй экран, второе пространство. То есть, где его можно найти? Его можно найти в настройках. Вот, опустимся ниже, нужно, по-моему, перейти в возможности. Вот, второе пространство. Что нам здесь нужно? Нам нужно здесь второе пространство создать. Мы нажимаем создать второе пространство. Создание идет второго пространства. И введем пароли. То есть все дальше пошагово подтверждаем. Затем телефон перезагрузится якобы. И вы уже будете на втором пространстве. То есть вы можете клонировать. Так вот, мы с вами определили. То есть после того, как вы зашли на второе пространство, создаете пароль, либо же выбираете ярлык, переходите, а телефон перезагружается, и вы получаете второе пространство. У вас будет вот такая вот иконочка, переход. То есть это уже вернуться на то действие, где вы в основном пользуетесь вашим устройством. То есть вы уже для себя определяете, вы на первом пространстве будете работать с вашими данными, либо же на втором, чтобы сохранить ваши данные или скрыть от чьих-то глаз. Вот, чтобы удалить, нужно перейти на второе именно пространство сюда со второго и уже оттуда его удалять. То есть мы с вами определили, где оно находится. Вы перешли в настройки, опускаетесь ниже, особые возможности, второе пространство. Вот, вот здесь вы его и создаете. Либо же вы можете зайти через настроечки, безопасность, переходите в безопасность и здесь также выбираете второе пространство. Вот оно находится фиолетовым, вот как можете заметить, и отсюда также его создаете. Все, ничего сложного нет. Процесс, я думаю, понятен. Вы скрываете ваши данные, обезопасиваете себя, клонируете вам нужное приложение, храните данные там, от посторонних глаз. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, делитесь с ними друзьями и не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Также посмотрите B2B проект, с которым вы сможете зарабатывать. B2B Jewelry – это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото 338% годовых, 8% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID менеджера, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняете все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупаете сертификат, и вы есть счастливым клиентом компании B2B Jewelry. Живите в достатке!